Всем привет, с вами Флодар. Сегодня мы продолжим играть Stalker The Repetitive мод под названием Золотой Обоз 2. И я решил то, что я буду пропускать моменты, где, ну, сплошная беготня, к примеру, или какое-то очень скучное действие. А таких действий, поверьте мне, уж много в этом моде. Так, у нас сейчас задание поговорить с Аскальдом. Возможно, у Аскальда есть софт для зомби, да, нужно спросить у него. Что там еще у нас было? Статистика, история сообщений. Нас еще, по-моему, Иваночка все звал. Где? Фак. Бес? Нет, бес мне не нужен. Вот, Иваныч, скиф, не могу ты еще раз навести старика. Просьба к тебе имеется. Я думал, он мне не даст пройти. Давайте сначала поговорим с Аскальдом. А потом уже сходим к Иванычу. Аскальд у нас находится в лагере у Капера. У вагончика, короче. Там же вагончик. Вот я буду называть это лагерь вагончика. В общем, идем туда. Итак, друзья, я уже почти у Аскальда. И мне также в комментариях написали то, что когда я буду в Лиманске, нужно обыскивать абсолютно все, потому что там очень много тайничков. Но не знаю, я думаю, не буду прям все обыскивать. Посмотрим по ситуации. Так, ух ты. Патроны 12.76 пуля. Вау, что-то первый раз в таком слышу. Патроны 12 калибра с безоболочной пулей. Обычно используется для охоты на крупных животных, но подходит и для других целей. Его тяжелая пуля весом в 39 грамм не пробивает, а фактически продавливает бронежилеты и водочка. Неплохо. Так, у нас тут ничего нового нет. Так, давайте поговорим с Аскальдом. Это опять я. Ну, как, был в Лиманске? Я так быстро не успел бы. Возникла еще одна проблемка. Нужен софт для взлома ПДА. Нету софта. Как нету? У такой могучей непобедимой группировки, как долго нет софта для взлома ПДА? Говорю же, нет. Засекли мы как-то свободовского диверсанта. Хотели брать, а он нас увидел и валить. Свалил, на стаю псов наткнулся. Они его и порвали. Мы потом псов перестреляли, обшмонали труп, только ПДА запароленный. Я и попросил Воронина софт для взлома ПДА принести с курьером. Нести ПДА свободовского диверсанта через склады территории свободовца было очень опасно. Они могли засечь частоту ПДА. Так вот, курьер добрался до леса, вышел на связь, сказал, что уже возле восточных ворот. Но тут какие-то помехи, шум. В общем, не пришел курьер. Нашли его труп. Сосыч постарался, софта про него не было. Наверное, выронил, пока Сосыч бегал. Так что без софта мы теперь не можем звать ПДА врагов долго. Понятно, жалко, что так вышло. И найти софт? Вы, блин, серьезно? А где восточные ворота? Южная застава, тоннель. Может, это тут и есть? Хм, не знаю, давайте пока тогда сходим. Блять. Давайте тогда пока сходим к Иванычу, да? Давайте, я думаю, мы скинем в ящичек у них некоторые предметы, а то у меня перегруз, я не могу нормально бегать. Вот. Мне кажется, я все равно сюда еще не раз вернусь. Так, давай, открывайся. Сезам, откройся. Так, хорошо. Вот это сложим, вот это сложим. Вот это вот. Все запчасти от мутантов. Все, о, мне значительно лучше. Кстати, а что у нас колючка делает? Я уже и забыл. А, у меня же пояс... контейнеров нет, точно. Ну, здорово. А так можно было бы повесить. Плюс 4 килограмма. Ладно, увидимся у Иваныча. Иваныч, спаси! Я там, короче, в собак вляпался немного. И в кабанов. Так, мы почти у Иваныча. И давайте, прежде чем мы с ним поговорим, мы поспим. Потому что темно очень. На его кровати поспим. А, не получится на его кровати, да? Да почему пишет то, что... А, получится. Вы не можете спать, у вас высокий уровень обученности. Ой, я жрать хочу, я пить хочу. Пустая фляжка, ёб твою мать. Где? Где фляга? Набрать. Еще пить хочу. Ну, с едой у нас проблем нет, у нас есть картоха. Снова пить хочу, серьезно.
Все, на будущее. Так, спать до 11 часов утра. Поспим. Как всегда, в зоне недавно произошел выброс. Вечно все происходит тогда, когда главный герой спит. О, чую, слишком истощен. Так, все, поели, попили. Наберем еще водички, попьем. Капец, он, конечно, ест и хлещет воды. Ёб твою медь. Это вообще законно? Итак, утречка. Васька у нас не пропал. Ты уж думал, Васька пропал. Иваныч, что за просьба? Да тут сущий пустяк. Я тут хотел огурцы посеять. Но, как сам понимаешь, нужны семена. У бармена точно они быть должны. Но я уже не в том возрасте, чтобы через всю зону топать. Как ты будешь в баре, поспрашивай у бармена насчет семян. А я не обижу наградой. Хорошо, я узнаю у бармена насчет твоих семян. Огурцы, ёп. Туда и это все зачем? Ну, это ради чего мы бежали сюда? Ну, давайте, что ли, у нас артефакт... Ой, артефакт, детектор. Есть детектора? Нет, артефактов мы здесь не найдем. Да и стреляться как-то с собачками не хочется. Ёп твою мать. Короче, я сейчас буду искать софт, который там нужен. Вернусь к вам, когда уже найду софт, ну или хотя бы что-то похожее на софт. Так, за мной не бегут, все нормально, в общем, увидимся. Так, друзья, софт я еще не нашел, но я посмотрел видео. В общем, мои догадки подтвердились. Восточные ворота — это и есть старые ворота, и искать нужно где-то там. Я не посмотрел точно, где искать. Я только посмотрел, как там чувак стоял у этих ворот и показывал на карте то, что это старые ворота. А вот момент, где он пошел искать, я уже, ну, не посмотрел. Ну, чтобы самому было интереснее поискать. Поэтому увидимся у старых ворот. Итак, мы подходим к старым воротам. Я сохранюсь, потому что пока я бежал к этим воротам, я сдох два раза. Ой, электро. Ёб твою мать. А вот это вот не было в ролике, я вообще этого не ожидал. Ну, блядь. Ну, хотя было очевидно, что будет какая-то охрана у этого софта. Ёб твою мать. Отстань от меня, шавка. И ты, шавка. А-а-а. Вот. Вот как надо было, ё-моё, я что-то ступил. Ладно, попытка номер два. Так, сейчас будем аккуратненько их убивать. Ладно, протаранить не получилось, убиваем. Так, минус две. В честь этого нужно... Ай, блин, сохраниться. Отлично. В честь этого тоже нужно сохраниться. У меня ни бинтов, ничего нет. Ё-моё. Вот я сохранился. Ешь. Будем на картошке жить. Минус одна. Еще одну я не убил, к сожалению. Ой, капец, я пить хочу. О, по-моему, я налажал. И налажал конкретно. Нет, ты же не убьешь меня. Не убьешь. Живи, бляха-муха. Кровотечение облегчилось. Уже хорошо. Я не помираю. Бля, помираю. Ну все, это конец. Да. Итак, мне пришлось загрузиться с автосейва, потому что у меня ничего нет. У меня реально ни черта нету.
У этих пацанов, судя по всему, тоже. Придется выторговывать аптечками. Ух ты. Пиво старый мельник. Радиация минус 5, насыщение минус 2. Время действия 5 секунд. У тебя тоже ничего путевого нету. У тебя тоже. Ну, в общем, ничего путевого у этих ребят нету. И нам придется просто выживать. Это все, что я могу сказать. А у нас тайничков нет никаких. Вот, медик в шахтах. А, ну шахты. Я почему-то думал раньше то, что здесь. Ладно. Снова бежим к этим старым чертовым воротам. Пока я бежал к собачкам, вот какая незадача. Я нашел плотей и свиней. Одну только что разорвала, другая там жарится. Что-то плоти бегают. Я тут сохранюсь и побегу, пожалуй, дальше. До ворот нам совсем чуть-чуть, поэтому, я думаю, прерываться не буду. Добежим уже. Тут рукой подать. Мы уже практически... Ух ты, блин. Мы уже практически у ворот. Сохранимся. Вот тот самый костер. Еще сохраняемся. Все. Отсюда мы больше не сохраняемся. И нам желательно не получать урон. Вообще. Я сохранился. Бежим! Сейф. Троих убил, сейф. По-моему, еще псина сгорит в киселе. Быстренько. Хвосты отрежем. У! На тебе. Фух. Все равно сейвимся. Зелененькое кровотечение ничего не значит. Еще сейвимся. Потому что мы убили всех псевдопсин. Все? Надеюсь. Да, давайте искать ПДА. Так, здесь аномалия, здесь нет ПДА. Тут тоже аномалия, здесь нету. Я с зажатой F-кой хожу. Ну, как зажатой, я просто ее нажимаю много раз. Сначала по этой стороне дороги поищем. О! Че это? Хакерский софт. Отлично, я хотел сначала эту сторону все обыскать, потом вот эту. Ебать! Ну нахер, бежим. Сейф и бежим. Так, вроде оторвался. Да, оторвался. Фух, слава тебе, Господи. Кстати, кровотечение уже прошло. Я сохранюсь. Какое у меня сейчас задание? Отдать софт бесу. Понял. Сразу бесу. То есть Аскальду нам не нужно говорить, то что вот мы нашли твой софт, я его бесу отдам. Ну, хотя ему, по-моему, насрать. Если что, бес потом сам отдаст, ибо пошел в жопу этот Аскальд. В общем, увидимся у беса. Итак, вот мы на базе одиночек. Не балуй. Оружие спрячь. Так, идем к бесу. Слушаю тебя. А я тебя нет. Вот софт. Ого, не думал, что Аскальд таким поделится. А он и делился. А где же ты его достал? Военная тайна, ты давай, взламывай ПДА. Сейчас, подожди минутку. Так, теперь это... Ага, все готово. Вот что написано. Коляныч, если вдруг занесет тебя в Лиманск, не забудь почту проверить. Удачи. Это что за фигня? Да, либо у никого тайника нет и в помине, либо тут что-то другое. Что другое? Так, вариант с глушилкой отменяется. Будем что-то другое думать. Кто сказал, что отменяется? Я пойду в Лиманск и найду те детали. Ты что, сдурел? Я сказал, ты никуда не пойдешь. Не тебе решать. Это мое дело. И ты мне не мамка и не папка. Что-то мне тут разрешать или запрещать. До скорого. А в Лиманске нам помечен? Помечено, где тайник искать? Нет. Ну, ладно, ну, посмотрим бежим. Уже по ходу. Так, бежим в Лиманск. Думаю, здесь уже скипать ничего не нужно.
Тут мы так добежим и перейдем. По тоннелю же, да? Надеюсь, нужно идти. F5. Ух ты, а тут у нас что? А, понятно. Ничего интересного. Итак, я в Лиманске. Это зомби? Давайте во двор отступим. Что у нас во дворе? Во дворе ничего хорошего. Ладно, F5 и убиваем зомби. Мочи. Но как вам мой дробовик? Прошу оценить по 5-бальной шкале. Собака, нет, их не берет пистолет. На что я вообще надеялся? Ох, ёб твою мать. Чувствую, с этими зомби будет жестокая заваруха. Блин, ему насрать. Ой. Так, надо его добить, надо его добить. Отлично, минус. О, как нет? Я же тебя убил вроде. Вот, теперь точно убил. F5. У нас есть минус один. У нас 200-й. Я с одним выстрелом нескольких сразу заставляю падать. Так, не вставать. Не вставать, сказал. А ты все равно встал. А вот этот уже сдох, лол. Вот этот вот. Так. Упал. Нормально? Все. Добили. Ой, тут радиация. Так, давайте я вас отведу от машины. И вот здесь мы уже постреляемся. Ага. Перезарядочка. Так, ты у нас жертва, значит, да? О, вот! Вот как надо было. А то я тут что-то с ними церемонюсь. О, еще один. Так, она этого не сработала, но... Во всяком случае, он лежит. Это хорошо. Так, еще один минус. Теперь ты. Как ты выдержал? Это же нереально. Вот. Все. Ой, блин, напугали. А чего у вас так много? F5? Не-не-не, что-то... Тухло это все как-то. Давайте ножом их валить. Так. Погнали. Чего я так сразу не сделал? Ой, блин! Просто легко. Легкая жизнь. Где-то еще я слышу? Или мне мерещится? Кстати, мы не обыскали тот Жигуль. По-моему, я где-то слышал снорков. Ладно, здесь что-то никого нет пока что. Я буду обыскать то, что, ну, будет желание обыскивать. Так, тут у нас закрыто. Я вот не обыскал Жигуль. Может, там какой-нибудь тайничок есть? На остановке пусто. В Жигуле, угадайте. Так. У меня есть 12 рук. Зомби. Я тут всех обыскал. Точно.
5. Что у нас тут? Оба-на! Хе-хе! Нычка. О, сколько вкусняшек! Армейская аптечка, антирад нам прибавился один. Бинт спецназа. Хлор... Чё? Хлор... Тетрациклин. Радиозащита плюс 5000. Химзащита плюс 150. Противобактериальное средство. Охереть, 60 секунд. Антидот. Химзащита плюс 150, время действия 60 секунд. И Геркулес. Ну, Геркулес, я думаю, все знают, что такое. Отличный тайник. Мне понравилось. Как раз медикаментов не хватало. Так, F5. У нас что-нибудь есть? Ух, блин. Зря я туда залез. Вижу еще гуляющих зомби. Я ожидал здесь монолитовцев. А тут как-то так все мрачно. Рюкзак! Рюкзак! Я хочу его обыскать. Критический уровень радиации. Радиоактивная картошка, спасибо. Ее нельзя кушать, а на костре ее можно как-нибудь излечить? Лечись! Пожалуйста. Мне ж кушать нечего будет. Печь картошку. Не работает. Говно, насрал такой. Так, ладно. Практический уровень радиации, он же зелененький. Но у меня антирады есть, мне не жалко, в принципе. Оба-на. Надо бы еще тайнички поискать. Я уверен, в этих окнах, которые на первом этаже, есть что-нибудь. Раз мы вот так вот можем просачиваться, то разрабы обязательно что-нибудь запихали. Так, здесь пусто. К сожалению. К великому сожалению. Опача. Ёб твою мать. А укрытие у нас в манде. А, это у нас не укрытие даже, да? Я посрался. Беги, блядь, беги! Ран! Ран! Блядь, беги! Беги, блядство! Залазь! О! Меня не достанут в этом шкафу, фух! Пошли нахер! Шавки! Вон! Что это было? А вас пофармить можно, слушайте. Кстати говоря, я что-то давно не скипал моменты. Но хотя здесь скипать вроде нечего, тут все интересненькое такое. В принципе, не буду скипать Лиманск. О, господи. Как же меня вовремя выбросом-то накрыло. Прикольно. Блин, что-то ВКонтакте там пишут. Пока идет выброс, я через телефон смотрю. Ой, Егор пишет.
Угачи. Блять, я зомби слышу. Ебашеньки. А как прикажете отсюда вылезать? Ну, с песиками мы разберемся. Ебать. С песиками мы сейчас разберемся. Или давайте закончим на этом, потому что уже довольно долго снимаю. На этом все. Спасибо за просмотр. Всего доброго и пока.